Ну, Прэшес, это твой памперс? Ой-ой-ой, сегодня же учительница будет спрашивать таблицу умножения, а я вчера так и не повторила. Так, 4 на 1 – 4, 4 на 2 – 8, 4 на 3 – 12. Ой, я еще сумку не собрала, нужно взять учебник. Так, 4 на 4, 4 на 4, 4 на 4. 4 на 4 – 16. Что, так сложно запомнить, что ли? Уже я всю таблицу выучила. Возьми меня в школу, я тебе помогу. Ух ты, Лил Прэшес, молодец, лучше меня знаешь. Нет, в школу тебе нельзя. Я лучше возьму калькулятор, и тогда все точно напишу. Точно, точно, точно. Калькулятор точно знает, сколько будет 4 на 4. И 4 на 125 тоже знает. Лил Прэшес, ну возьми меня. Лил Прэшес, нельзя, ты еще маленькая, иди давай в садик. Ой, пропадет без меня сестренка, пропадет. А вдруг калькулятор не сработает? Как же она таблицу будет рассказывать? А пойду-ка я с ней в школу. В сумку спрячусь, не найдет. Ой, я памперс забыла с собой взять. Ну вот, возьму один, думаю, хватит. Лил Прэшес, пока-пока, я пошла в школу. А ее нигде нет. Обиделась, наверное. Итак, всем здравствуйте. Девочки, я надеюсь, вы помните, что сегодня мы на оценку сдаем таблицу умножения. Так. А к доске у нас пойдет... О, Супер Биби! Звонок был, а она в наушниках. Супер Биби, иди к доске, отвечай таблицу умножения. Супер Биби! Тебе учительница к доске зовет. Супер Биби, сними наушники. Супер Биби. Ой, два, что? Урок начался, а ты в наушниках музыку слушаешь. Я тебя 5 раз к доске вызывала. Так, а к доске у нас пойдет. О, Лол Прэшес. Ой-ой-ой, а у доски мне калькулятор не достать. Нужно идти выручать. Ой. Что это там? Ой, чуть не заметили. 4 на 1 будет 4. 4 на 2 будет 8. 4 на 3 будет... 4 на 3 будет... 4 на 3 будет 12. О, Лил Прэшес, что ты здесь делаешь? Так что там? 4 на 3? 4 на 3 будет 12. 4 на 4... 16. 4 на 4 – 16, и 4 на 5? 4 на 5 будет 20. Будет 20. Молодец, Лол Прэшес, а куда ты все время вниз смотришь? Чтобы не упасть, смотрю. Чтобы не упасть? А куда ж ты с пола упадешь? О, а что это? Лил Прэшес, это твой памперс? Девочки, вы видели? Лил Прэшес памперсы носит. Никогда бы не подумала. Что происходит? Лил Прэшес носит памперсы. Памперсы? Где? И правда. Ой-ой-ой. Лил Прэшес, ну ты даешь. Вот это секретик раскрылся. Учительница, да это не мой. Так, Лил Прэшес, вот и я думаю, что не твой. Да и не по размеру он тебе. Так что, 5-ка-то того, чей памперс? Ну, наверное, да. Ой, а это как это? А это где это? А кто это здесь еще? Ой, так это что, не ее, что ли? А я уже подруге позвонила и все рассказала. Так. По-моему, я все теперь знаю. Ку-ку! Твоя пропажа? Здравствуйте, да, это мое, а не сестренки. Я просто захотела с ней в школу сходить. Лил Прэшес поставим 5, а Лол Прэшес поставим 2. Эх, ну да. Лил Прэшес, ты уж с сестрой позанимайся и таблицу умножения с ней выучи. Вот как хорошо у тебя получается, а она не справляется. Хорошо, сегодня весь вечер будем вместе заниматься. Ага, чтоб в такие глупые ситуации не попадаться.
Ну что, ребята, пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Дариналка Игрушки и смотрите новые мультики. Пока-пока. А я пойду сестру научу, чтобы все от зубов отлетало. Чтобы мне не приходилось в школу за нее ходить и пятерки получать. А вы, ребята, получаете пятерки? И знаете ли вы таблицу умножения? Или еще не выучили, как моя сестра? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Нам очень интересно. Пока-пока. Как не собралась? Давай собирайся быстрее, мы уже все готовы. Ай, вечеринка, уже скоро. Я даже не выбрала себе костюм. В чем же пойти на эту вечеринку? Я должна быть лучше всех на ней. Да что вы это такое? Тьфу. Может надеть костюм русалки? Интересно, а как я буду в нем танцевать? Ай, нет, костюм русалки не подходит. Очень неудобный. Ой, ну а если вот так? Кажется, слишком спортивно. Тоже не подходит для вечеринки. Что бы мне одеть? Попробуй платьишко. Так-так, ну вроде подходит. Но оно такое прозрачное, что под ним все видно. Нет, тоже не подходит. Эх, я же Лол единорожка. Значит, пойду в своем костюме в юбочке и в кофточке. Еще можно сережки одеть. Какой бардак. Лол единорожка. Ой, мама, я собираюсь на вечеринку, меня девочки пригласили. А бардак я сейчас уберу, я просто не знала, в чем пойти. О, это как это на вечеринку? Лол, единорожка, я тебя не отпускала и не отпущу. У тебя сегодня много дел, а еще много уроков, никаких вечеринок. И немедленно прибери вот этот бардак. Как это нельзя на вечеринку, мам? Вот это да. И что это я тут собираюсь, готовлюсь, а мне нельзя на вечеринку. А я придумала, мама сейчас идет, а я быстренько схожу на вечеринку ненадолго и потом обратно домой прибегу. Да-да, Лол единорожка, именно поэтому, чтобы этого не произошло, я закрою тебя на замок. Да, мам, не надо на замок. А мама все слышала, что я хотела убежать. А я так хотела попасть на эту вечеринку. Единорожка! Ой, девочки за мной пришли! Ой, и правда. Девочки, я никуда не пойду. Меня мама не отпускает. И двери на замок закрыла. Единорожка! Да ладно тебе, не плачь. Мы сейчас с девочками что-нибудь придумаем. Без единорожки совсем не весело на вечеринке. Давайте что-нибудь придумаем. Как-нибудь ее оттуда достанем. Девочки, идите уже на вечеринку. Меня отсюда не достать. Здесь второй этаж и очень высоко. Пока-пока, девочки, удачно вам повеселиться. Ой-ой, единорожка там совсем расстроилась. Девочки, нас же много. А что, если мы встанем друг на друга и как раз достанем до второго этажа? Ух, девочки, получается. Я следующая. Единорожка, ну ты где? Мы уже все здесь. Давай, вставай на меня и спускайся вниз. Ого, девочки, ой, как страшно. Единорожка, решайся быстрее, мы долго так не простоим. Девочки, я внизу, спускайтесь. Ура, единорожка. Девочки, большущие вам спасибо, огромнейшие. Пойдемте быстрее на вечеринку, ведь не скоро идти обратно. А как же я обратно-то залезу? О-о, девочки, а вы мне поможете попасть обратно домой? Единорожка, ты знаешь, я подумала, если ты приберешь этот бардак, то ты могла бы сходить на вечеринку. Единорожка, ты где? О, единорожка, немедленно домой, это ты что, в окно что ли вылезла? А я хотела отпустить тебя на вечеринку. Немедленно домой. О-о-о. Ну что, девочки, не получилось. Нужно было спрашивать у мамы, а не лезть в окно. На вечеринку я все равно не попаду. Отдохните там без меня. А я пойду извиняться перед мамой. Может, через месяцок-другой теперь она меня на вечеринку и отпустит. Пока-пока, девочки. Мам, извини, я иду. Сейчас все объясню. Наверное. Ну что, ребята, вот такая история.
Пока-пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Даринелка Игрушки и смотрите новые мультики. Пока-пока. И не сбегайте из дома. Мама все равно все узнает. Вон, как у меня. Я даже в окно вылезла. А тут мама пришла. Такая хорошая, хотела меня отпустить, а теперь ни за что не отпустит. Пойду прибирать в комнате. Девочки, скиньте мне потом фотографии с праздника. Я посмотрю, как вы там веселитесь. Эх, девочки, скучно-то как, хоть бы каких-нибудь приключений. Ага, пойдемте приключения искать. Пойдемте, только где же их найдешь, эти приключения? Все тихо и спокойно. А что где? Это самолет, девочки, самолет падает, падает что-то. Как это самолет? Как это что-то падает? Это же сейчас может на нас все упасть. Как это падает? Нельзя падать ничего на нас, вы что? Ай! Ой, смотрите, девочки, какая-то коробка упала. Что это за коробка такая интересная? Покажите мне. Что-то еще. Ой, прям перед носом свалилась. Еще какая-то штуковина. Эй, там есть кто-нибудь? Эй! Ничего не слышно. Может, они там знают, что это за коробка и что в ней, а? Эй! О, там кто-то есть. Ой-ой-ой, точно, там кто-то разговаривает. Ой-ой-ой, точно, там кто-то говорит. Давайте быстрее ее откроем. Девочки и мальчики, наш грузовой самолет потерял вот такую вот штуковину. Low surprise, let's be friends. Очень интересная штуковина. Это у нас подделка. Очень такая большая. Довольно-таки подделочка. Посмотрим, что нам предлагают открыть в ней. Попробуем открыть и узнать, что же за друзья там такие. Может, они расскажут нам, что в той волшебной коробочке, которая тоже приземлилась из самолета. Какая интересная форма такая. Какой-то колокольчик. Так, смотрим дальше. Остался последний слой. Там внутри расскажет нам, что это за коробка и что в ней лежит. Оп, смотрите, какой стаканчик. Интересный стаканчик. Там много-много всяких штучек здесь есть. Подсказка. Подсказка? Коды? Ну нет. Капсулы? И эти коды, в принципе, они не нужны, потому что нажимать здесь не на что. И нету. Даже лупу не положили. Чем это все смотреть, непонятно. Пустой стаканчик. Так, ну ладно. Может, написано что-то? Смотрим, что же там внутри. А там куколка Лол. Куколка Лол. Все вместе в одном пакетике. И кукла, и аксессуары, и платье, и наряд, и, кстати, лупа. Так. Как одеть ей голову. Фух. Одели мы голову, получилось. Минут 20 мучились, но голова наша подошла. Одеваем, ой, вот такое платьишко с цветочками. Так. Как она одевается? Вот так. Обувь, синие тапочки. Большие-большие очки. Во какие. И бутылочка. Вот такая вот какая-то довольно-таки смешная куколка. Но будем надеяться, что она расскажет нам, что за волшебная коробка была в самолете. Пойдемте спросим. Очень интересненько, что же это за коробочка такая? Большая, с окошечком, и там похоже на какой-то стол. Что это может быть за стол такой? Непонятно. Здравствуйте, девочки, я Дора. Я летела в этом самолете, и почему-то открылся грузовой отсек, и мой важный груз выпал. Пришлось и мне его догонять. А это случайно не Лолтаун? Да-да-да, это именно Лолтаун, а что? Ой, как же мне повезло, мне нужно было доставить этот груз именно сюда. Это не вы приключения искали? Да-да-да, мы, нам скучно, хочется уже во что-нибудь поиграть.
искали, искали, не могли ничего наискать. Ну так я со своей коробочкой как раз туда, куда нужно приземлилась. Давайте открывать и будем в это играть. Ну-ка, девочки, давайте я первая посмотрю, что это такое. Какой-то стол, две ракетки и мячик. А что это? Не понимаю. Куклы Лол, вы что, в настольный теннис никогда не играли? Нет, у нас такого не было. Давай, показывай, как играть. Объясняю правила. Играют два человека. Один берет ракетку и второй. И нужно перебрасывать мячик через сетку. Кто мячик упустил, тому очко. Ух ты, можно я? И меня возьмите. Ну что, начали? Ага. Дора, как здорово, что ты на нас свалилась. Теперь мы будем играть настольный теннис. Ну что, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Дариналка Игрушки и смотрите новые мультики. Пока-пока. А вы играете в настольный теннис? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Нам очень интересно. Мы сегодня играем первый раз. Ну что, погнали!